Все ведь норм, правда? Будем. А если они асимптоматичны? Нет, ни в коем случае. Пациентов без симптомов размещайте в общественном центре. Нарушите карантин. Помоги. Бойд? О, Господи. Нет, не трогайте. Нацгвардия удерживает позиции до появления армии. Нет, все хуже. Батлет, жалкая тень этого. Я даже не знаю, теракт тут произошел или что-то еще. У меня тут нет нужных полномочий. Пусть успокоятся. Мы же им не враги. Мы нужны им в любом случае. Отправьте термита, дока и еще кого-нибудь из русских. Потом объясню. И прошу побыстрее, пока тут все не сгорело. Паразит создает инкубатор. И большой. А заражение... Твою-то мать! Джордан? Все норм. Вот как? Инструктаж через минуту, а ты разобрал взрывчатку. Остынь, Лиза. Я просто проверяю сборку. Инкубаторы — это реакция паразита на наши попытки его сдержать. Это очень стрёмная хреновина. Давай. Так. У нас в планах наземная операция, так что нельзя просто разнести все с воздуха. Но мы можем превентивно поджарить инкубатор с помощью этих нанотермозарядов. Поджарить нормально? Сикс все равно, правда? Наша цель – курорт на источниках. Может, есть вакцина? Может, есть... спасение. Может, я смогу перестать работать в палатке, набитой минами и взрывчаткой? Ты гуманист. Сейчас это просто опасно. У тебя есть другие идеи? Потому что мы еле справляемся. Надеюсь, ты можешь предложить что-то, кроме ядерного удара. Я подслушал. Ладно. Давай по-твоему. Вытащим доктора Макинтош и будем молиться, чтобы у нее было средство. Мерси. За 3 дня до эпидемии НАСА засекли метеорит, упавший в этой области. Есть подтверждение, что местный по имени Бойд Брукс оттащил объект на свалку. Совпадение? Нет. Он хотел продать его онлайн, поэтому я и позвонила. Ваша светлость? Старый.
Советский. Стоп. Я русский, а значит, должен о нем что-то знать? Я думала, ты скажешь спасибо. Политику оставим с Икса, а нам нужно защитить его. Каков план? Заходим и обыскиваем все, начиная с дома. Нажимаешь кнопкой, потом стреляешь. Если нажать, нажать на нее еще, то он себя колет. Mm-hmm. Я француз, который нифига не говорит по-французски с русским переводом. Ну да, только в великах на английском я видел. Мне забавно еще этот, когда Эш говорит, который в маске какой-то русский, скорее всего, да, Следж. Тачанка. А, Тачанка? Да. Типа, если... Ваше высочество. Ну, не знаю, может, это заводчики-то прикололись. По сети давно гуляет мем, алло, Тачанка. Не, мне нравится прикол, что она говорит ему... Не, мне нравится прикол, то, что вот когда она показывает ему фотографии спутника, типа, а, это... Потому что я русский, да? Да, и сама говорит при этом по-русски. Почему лорд Тачанка? Не помню. Старый мем уже, чуть ли не с самого начала выхода игры. Ну, может быть. Типа, молитесь лорду Тачанке. Что-то такое там было. Как ни странно, у Тачанки этот пулемет не самый эффективный. По крайней мере, против зомби. Ну, он как этот фанат всего стоя. В том же ролике вот сидит, убирает новый пулемет себе. Я вот здесь слился тогда. Нам нужно сейчас защищать докторшу, которая из ролика самого первого. Блондинка такая с короткой стрижкой. Доктор Макинтош едет. Ух, он полетел. Бах. Бах. Все-таки я самый быстрый ковбойс на деревне. Куда в бок заходить? Нельзя. Sorry. О, я уже сразу понял, в чем какашность данного дробовика. Против тачанковского сайги. Он Понимаете? Очень медленный. Он очень медленно стреляет. Зато мощный. Ну, не знаю. Нам налево. Ух, сколько там этих бубухов. А что будет, если долбануть бубуха, когда он мертв? Ничего не будет. Патрончики. Тут ничего нету. К вашей позиции подбираются тараканы. Ой-ой. Нейтрализуйте Эво! Сейчас что-то бухнет. Прям в лицо, сука такая. Там чё, босс? Да. Ну, в коридоре был. Кто-то делся. А вот опять он. Дайте гранату здесь. Нам надо босса мочить, он их бесконечно призывает. Ну, так вот он у меня тут. Это опять бьется, да, аптечка? Так, на что аптечка? Надо кнопку этого спецустройства. Так ты стой на месте, ёкарный бабай. Я стою. Спасибо. Я специально встал? Так ты дернулся в следующий же момент, когда я тебя выстрелил. И увернулся от моей этой. А, это пинг, наверное. Вот он. А! Офигеть! Бубух! Тараканы мертвы. Идите к лаборатории.
Первый раз, когда мы выжили с чертовым этим. Аптечка, если что, вот здесь есть. Все, что надо. Тут аптечка. Все самое лучшее нам. Вот это все пополняет. Ну, она большая. Тут припасы. Так. Да, это патроны, аптечка. Пресс F, то нажать кнопку закрыть. У нас есть задание. Думай только о нем. Так, все танцуем. Так, смел на кнопку. Нормально, контекстное действие для каждой кнопки. Ух. Да, мощный. С такого расстояния 4 выстрела в упор. Ну так и стреляй с такого расстояния. Ты откуда взялся? По-моему, даже мой подствольник говорит мощнее. Заряжаю! Так, нам нужно соседнее здание. Давай, аккуратней. Я пустой! Ты пробежал прям перед выстрелом и после выстрела успел. Так, лучше пока это, сдержать толпу. Очень нужно сдержать толпу. И еще один плюс тачанковского Сайги. Он перезаряжается полностью. Привет, пока. Привет, пока. Вот сейчас они натурально будут лететь со всех сторон. Готов вернуться в бой. Надо это. Отлично. Мы добрались. Мне нужно собрать результаты исследований. Тараканы подползают к вам. Ставь на окна, на стенки, на все, что только можешь. Еще надо сюда. И вот, кстати говоря, зря мы его активировали, этого доктора. Надо было сначала эти стенки укрепить. Ладно, отстрелитесь пока, я сейчас. Прикрою, берите патроны. Если будет жар... Я упал. Это классно. Да. Живи и беги сюда. Бегу, так у меня не стреляйте. Да стараюсь. Ох ты! Оборачивайся, а тут привет. Ну пошел отсюда. Здесь патроны. Шел отсюда, занято. Ты еще жив? Так. Прикрывайте чуть-чуть, я сейчас. Дырочки заделаю в стенках. Ой. У меня такое ощущение, что зомби ниже ростом, чем мы. Эй, кто тут меня хватает? Их можно сбивать на землю ударами, походу. Полез назад. Ох, теперь идите в патологическую лабораторию. Так, пополняем боезапас. То где? А. Приближаются! Тут прям смотри, в ноутбуке лежит аптечка. Заказ лекарства по сети, говорю. В ноутбуке прямо лежит аптечка. Я там лежу. Я помогу. Пошли. Пошли. Готово к бою. Так, нет тут спецустройств? Не, не было. You know how to defeat this dude? Так,
Великаны близко. Защищайте. Большой, большой, большой. Да-да-да, я бегу отсюда. Он бежит за мной. Можете стрелять ему в спину. Блять, я не вижу, он за машиной. В спину, в спину, в спину. Плохо дело. Да, блять. Как так вышло, блять. Ай. Ай, он за мной бежит, а кто они, да, ногу. Живой? Да. Так, ну бы граната, но у меня кончились. Так. Эп, эп, эп. На секунду. Шутим, шутим, шутим. Живой? Блять, промахнулся. Я пустой! Да ёп! Короче, тут стрелять этим бесполезно на. Нет, ты говоришь, что хочешь вылечить. Так я ж тебе говорю, стой, стой. Ай, по лицу. Ау! Я пустой! О, нет. Шутим, шутим, шутим. Я не могу попасть. Ты, ай, твою за ногу. У нас с Хьюстоном проблемы есть. Так, он лежит за мной. А! Как выстрелить? А! Черт тебя подери, себя. Себя еще раз нажми эту кнопку. Да, блять, не получается, у меня он убирает его. Только с ним счетится. Нажми, сейчас ты бежишь, у тебя же есть еще? Нет, нету. Я все на вас потратил, пока вы там бегали. Мужик, подними. Да не меня! Позади меня ящик лежит с этими зарядами, иди возьми. Вон, ты уж. Они близко. Я на нуле. Аптечка, если что, внутри этого здания. О, фак. He's going to her, he's going to her. Shoot her. Хе-хе-хе. А как он сюда? Fuck you! Fuck you! And fuck you! Он встал? Угу. Есть! Е, добил его, не убил. You have some healing? Подлечи чувака. Чем? Ну возьми, жгу, вон они. Где, 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 где? Нажми на Q, чтобы мне проще было. А. А. Берите все, что нужно. Ну пофиг, он уже вылечился. Себе кальни, если у тебя нету. Аптечек можешь. Ну там есть одна, по-моему. Пойди, get some ammo. Не, забрал. Забрал, да? Да пофигу. Пойди патроны. А вон лежат. Угу. За машиной, за машиной. Блять, надо тоже подобрать, ну пофиг. Ну кто посадил доктора рядом с этой, если не нажать? Пьет! Так, говоришь? Так, мы прошли первую часть. Mm-hmm. Сейчас вторая, не менее жопошная. Ну да, видишь, тут есть совет стрелять в голову. Попади в нее. Ну, я о том же. Видишь, в чем у тебя прикол? Когда они подбегают, они ниже ростом, чем персонаж. Mm-hmm. Нужно опускать прицел. Эх, если бы еще за блицем можно было играть. Ты имеешь в виду щитом, который? Ну да. Но он же бесполезен. Почему? Ослепил их, хедшотом понаставил. Подожди, блиц. Так кто китаец типа, да? Не, блиц со щитом. Ну есть и Монтейн, а есть блиц. Нет, именно блиц. Блиц, да. У него щит со вспышкой, который. Mm. Монтаж? Да, он бесполезен. А, не, не монтаж, а рук. У него тупо большой щит, за которым надо прятаться остальным. Сам он не может с ним стрелять. Блиц держит щит одной рукой, второй может отстреливаться. Подожди, а Монтейн тогда что делать? Монтаж, он, по-моему, эти стены устанавливает, как он, которые пули не пробивают. Разве? На окна. Ну, у него вроде тоже щит нарисован.
Соберите данные и уводите доктора Макинтош. Никогда не любил Макинтоши. Сука, какой шустрый! Да блять! У меня только что вот это вот долбанное взрывающееся говно. Нам сюда. Эллен, давай уже. Начинаю по-тихому ненавидеть местных зомби. Какой шустрый, блядь! Блять, надо было пристрелить доктора и все. Миссия выполнена. Сейчас рванет. А нет, нормально, выжил. Берем тот инъектор. Он понадобится для работы над вакциной. Так. Патрончики нужны. Вот, хорошо. Это что? Понятно. Убить всех. Никого нету. Есть. Ну чё, босс? Надо было дымовухи поменять на что-нибудь. Не бейте флешки и дымовухи, они бесполезны всего. У меня они... Фу, ты меня... Зомби сквозь них видят, а ты нет. Да твою дивизию! Да бля! Нас нахер, короче. Не буду больше медиком играть. Я случайно. Я тебе хочу сказать, наоборот, это в принципе даже неплохо. Зомби, короче, не видят через этот. Так, мне тут отвлекли на секунду. Чё ты? Кольни меня, если есть чё. Да нету нечего, сейчас будет. Забуду. Вот эта херня есть. Боезапас пополнен. Угу, вот я. Я пустой! Да готово! Не вижу, бля. Эй, вы забрали что ли все? Да. Честно, зачем? С пингом играть доктором нереально вообще. У-у. Нафиг его брать, когда не было еще жизни. Тогда я патроны возьму быстренько. Ну, сейчас ты хостом будешь. Здесь боеприпасы. Да не, мне по барабану. В смысле, просто медика смысла сейчас брать особо нету. Что с ним, что без него. О, сейчас, подожди. Can you come? А, да, иду. Чихнуть хотел. Go. Патроны, если что, есть. Макинтош, Эллен, открыть. Меняю магазин! Достал! Переобраз клеток нулевого цвета.
нейтрализуйте врага. Класс. Без патронов не останемся. Здесь аптечка. Отлично! Да ёк твой... Док, can you stim shot her? Нет. I can't. Что, блять, на вас, долбоебов, все тратишь. А! Ты не видел нигде бомбочки эти? Где-то были. Сейчас, подожди. Я где-то подобрал, когда мы шли сюда. Вот здесь вот. Так, где там птичка осталась еще или все съели? Давай я тебя подключу. Только стой на месте, пожалуйста. Все мне стоит. Начинает. Вылечился? Ну, хватит, да. Оставь один запас. Come on. Go. Боезапас полон. Дверь заблокирована. Я вижу множество вражеских целей. Ну, ёпара, сэр. Защищайте доктора и приготовьтесь... Так, смотри слева, я впереди буду. Принято. Слева? Ладно. Слева бегут, много. Впереди тоже, ладно, я тебе помогу. Да пофиг. Там, давай направо. Тихо, то бы еще туда выбежал. Патроны взяла. Так, сейчас. Есть кого вылечить? Не, вот припасы. Подбери тоже. Кого всадил? Доктор или себя? Да, доктор. Я все равно вылечился. Ты ready? Угу. Садиться слишком опасно. Вам придется зачистить эту зону. Срочно выбирайтесь оттуда. Живее к вертолету. Осталось всего ничего. Ты справишься. Сзади бегут еще. Надо всех убить или быстренько добежать? Зачистить вроде бы. Будем надеяться. Давайте двигаться тогда пока. Да ёб твою дивизию, ты идешь не или нет? Out of ammo. Он без патронов, он, бляк. Так, бегом! Ну! Готово! Иди. Я тут. Да, давайте.
Короче, я веду в этот раз докторшу. Дон, доктор. Куром. Нет. Оу! Фига прям перед лицом. Вот он. Егер близко. Нужно я зачистить зону посадки. Ууу, ща бум-бум. Да сколько их там? Бухера. А вы слишком близко стоите, не могу стрелять. Да похрену, мы здесь не умираем от выстрелов. Это же легкий. Я забываю. Давай, доктор, шевели копытцами. Сейчас будет last stand. Вот патроны. Я так понимаю, да? Ох, черт. Много этих. Я ни хрена не вижу. Мне наблевали в лицо. Себя лечу быстрее. Уже. Доктор вылечу, не КП, КП. Кого? Доктор, шо? А, все. Упс. Сорян. Я бы не выстрелил. Чоп. Прекрасная работа. Возвращайтесь. Ура! Мы хоть что-то прошли.